Всем привет, с вами CGTV. Так, перед тем, как смотреть реакцию, хотел сказать... перед тем, как смотреть Baby Metal, Road of Resistance, да. Хочу сказать то, что... Сегодня будут две реакции, да. Вот это сначала Baby Metal, один человек заказал, потом еще вторая будет реакция. Еще один человек заказал. Так, вот как-то так. Еще хотел сказать то, что в шапке сижу и в шарфе, потому что дома холодно. Сейчас в этой комнате, в которой я нахожусь, плюс 13. Мы просто гуляли на улице и, по городу гуляли. Новый год, все так красиво, да? А печку затопить дома забыли, да. У нас просто как бы печное отопление. Вот так как-то. Давайте смотреть. Baby Metal. Road of Resistance. Надеюсь, будет мощно, как обычно. Надеюсь, и будет классные переходы будут. Что-то я уже 1,5 минуты разговариваю. Давайте смотреть уже. Громко что-то так, да, вот так. Это поди начало, да? Что-то сейчас начнется крутое. Нифига народу. Вот что я хотел еще сказать. Смотришь на таких, девчонок, которые поют. Вроде бы такие, да? Как будто еще... такие, подростковый период, да, подростки. А такие песни поют. По их внешности не скажешь, что они такие песни поют. Если вот мне бы сказали, вот эти девчонки, что они поют? Я бы сказал, попсу какой-нибудь там. Рэп. А тут они рок поют, такую мощь. Это вообще... По ним не скажешь, что они, да, вот так рок поют. Но если бы они в этих костюмах стояли, то я бы сказал, что они рок поют. А так, если бы просто в обычной одежде, я бы сказал, не, они не могут пить рок. Вы что? Каждый раз удивляюсь, смотрю на их такие... Вроде бы юные такие, как я, короче, такой же. Подросток. Такие же они, вот смотришь, вообще не меняются. Это сейчас будет крутое, да? Надеюсь. Baby Metal никогда не подводили. Что это такое? Так, стоп, а что это такое было? Сейчас видели? Две толпы друг друга на побежали. люди. Что-то сейчас там драться будут, что ли? Не знаю. Надеюсь,
там без травм обойдется, чтобы как бы все нормально было. А, танцуй! Я понял. О, круто, смотрите, зал трещит. Нифига у них голос, да? Круто. Ай.
Да, с каждым разом смотрю Baby Metal и удивляюсь, так лайк поставлю. Где? Какая же это великая группа, да? Сколько всего нас от себя, ну, оставила. Ну, сейчас, возможно, они уже не такие популярны, но те моменты, когда они были мега популярными. Может быть, они сейчас популярны, не знаю. Ну, я читал в Википедии то, что вроде бы они там с начала 10-х по 18-19 год, да, были популярными. И как бы вот этот момент, какая-то, не знаю, как-то за них гордость какая-то берет, то, что вот добились таких высот, успехов. Вообще, вот каждый раз смотрю Baby Metal и удивляюсь, насколько они мне становятся близки, как будто родные, да? Насколько это великая группа. Не знаю, вот. Вот эта песня, она была не мощная такая, не очень мощная. Она была направлена на то. Эта песня больше направлена на то, как бы, чтобы, ну, понять вообще, ну, мне кажется, просто. Я не знаю, ну-ка сейчас посмотрим, как переводится. Не буду гадать. Дорога. Роуд — это дорога вроде, да? Дорога чего-то. Resistance. Resistance. Может, пути какая-то. Я вот не знаю, вот не буду. Не осуждайте то, что. Не знаю, вот плохо у меня с английским, не так хорошо. Не все слова знаю, поэтому. Но эта песня больше направлена на то, как чтобы не в голове покачать, а, ну, больше на какой-то смысл, мне кажется, направлена. Чтобы вместе порадоваться с группой. Как круто, ну как круто это все на себе испытать вот это. Все эти моменты, да. Радости. Ладно, ребят, на этом все. С вами был CGTV. Baby Metal Top. Все расскажу. Мне они стали очень близки. Я их раньше вообще не слышал, потому что у нас на наших каналах не показывают такую группу российских. Ну, Муз-ТВ, да, то есть. У нас 20 каналов, на Муз-ТВ не показывают. Поэтому, как бы, я их не знал. Потом узнал в Ютубе. Мне они не сразу понравились, но со временем мне эта группа начинает симпатизировать. Они мне становятся близкие, не знаю почему. Классно, рок, музыка. Особенно такая мощная, ну и такая, как сейчас, была мне очень по душе. Ой, извините. Кашель. Ладно, ребят, на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайк. Смотрите новые видеоролики от меня. Еще вторая реакция сегодня будет. Выйдет попозже. Через минут 40, час, ну где-то так, да. На этом все. Всем пока.